бойцы, все, кто сегодня пришел поддержать нашего земляка Далера, который является уже очень сильным мальчиком. Хочу выразить прежде всего благодарность родителям Далера, которые не сдаются в борьбе с тяжелым недугом лейкемией. Александра Кагородова, Тимура Пиназарова, тех ребят, которые неравнодушны, собирают сегодня, организовали сбор средств в поддержку Далера. Единожды уже ему предстояло лечение, он достойно все прошел. Сейчас он не отчаивается, находится с мамой в Турции на лечении. Ну, необходима немалая сумма денег для сбора. И поэтому мы решили сегодня предоставить зал, поддержать благодарность особо Сергею Морозову, нашему брату по оружию, чемпиону, значит, в различных промоушенах, лигах, среди любителей, неоднократный участник крупных международных турниров, чемпионатов мира и победитель, в том числе призовые места забирал Сергей. Сейчас он имеет в профессиональном спорте рекорд 19-5-0. Сам, находясь в городе Актюбе, неоднократно принимал участие в благотворительных акциях в поддержку наших земляков-казахстанцев. Сегодня Сергей откликнулся и приехал в Караганду по приглашению Александра и Тимура для поддержки Далера. Сергей, большое спасибо тебе, что ты сегодня с нами. Все. Давайте поприветствуем гостя. Также сегодня еще раз повторюсь, наши почетные гости.